Для выполнения разрезов по размеру необходим следующий инструмент. Стеклорез, нож-резак, алмазная губка, наждачная бумага или шлиф-машинка с абразивным кругом используются для отделки кромок. Надрежьте поверхность плиты, как показано. Проведите стеклорез по линии, прикладывая усилие, достаточное для получения непрерывного и глубокого надреза. Выполнив надрез, достаточно согнуть для отделения двух частей друг от друга. Разрежьте стекловолокно обычным ножом-резаком. Обработайте кромку плиты алмазной губкой, наждачной бумагой или абразивным кругом.